19 января в праздник Крещения на Алтае будут действовать 67 купелей. В краевой столице самый крупный крещенский городок по традиции построят на речном вокзале. По сообщению госинспекции маломерных судов, толщина льда на берегу Оби сейчас в среднем 43 сантиметра. Это значит, что одновременно на речную площадку смогут выйти 50 человек. И, как уверяют специалисты, даже относительно теплая погода, которую обещают синоптики, не повлияет на толщину льда. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробу воды и в ближайшие дни дадут заключение, соответствует ли она санитарным нормам. В субботу во всех санкционированных местах купания будут дежурить спасатели, бригады врачей и полиции. Всего в крае безопасность будут охранять почти 600 человек. Кстати, решиться на крещенскую процедуру медики советуют только подготовленным людям, чтобы не обморозиться и избежать шока.